Значит, уволились по собственному желанию, так что трудовая книжка чиста. Еще бы не хватало, чтобы в этой дыре мне испортили биографию. А куда же теперь? Кое-где меня ждут. Значит, устроитесь, потом вызовите Катю. Катя? Да. А Катя вообще на днях ушла из дома. Она ведь, кажется, как это, ребенка ожидает. В том-то и дело. А в моем возрасте, сами понимаете, пеленки, погремушки. Это же болото, которое засосет, и не выберешься. Куда едете? А Катя знает, что вы уезжаете? Разрешите? Пожалуйста. Катюша, знаешь, что вы уезжаете? Слушайте, немного ли вы задаете вопросов? Но ведь это же подлость. А как прикажете поступить? Остаться надо. Не надо, молодой человек, читать мне морали. Я сам могу поучить вас жить. Вернитесь, или я милиционера позову. Зовите. Я ничего не украл. Зовите, человек без хребта. Да, а при чем тут хребет? Я не нуждаюсь в ваших поучениях. Нет, нуждаетесь. Вот в чем вы нуждаетесь. Гражданин, это вы ударили пассажира? Я. Пройти в пикет? С удовольствием. Пожалуйста. Я вам сейчас...